Суставы нужно лечить или восстанавливать? А тут выбор делаете вы. Вот какие есть у вас знания, вот что в голову запустили, то и делайте. Нас научили лечиться. То есть ты здоров, делать ничего не надо, как чего-то там произойдет. Как говорится, как пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да? А на самом деле учить нужно заниматься профилактикой своего здоровья. И если уже чего-то произошло, то нужно восстанавливать, а не лечить. Потому что лечение построено на работе с симптоматикой. Болит, давайте уберем боль. Не убирается боль, произошло разрушение сустава, давайте поменяем. Но этот метод ничего не дает, потому что в нашем организме 250 суставов. И замена одного сустава, это говорит о том, что вы через время будете менять следующий, следующий. Жизни не хватит и организм не выдержит. А вот восстановление суставов, оно построено на работе с причинами. Причиной разрушения сустава является движение, вода, очищение организма и сбалансированное питание, баланс питательных веществ. Движение, сон, это вы сами контролируете, в принципе, и все остальное тоже. Вода должна быть щелочной, с идеальной минерализацией, то есть слабо минерализированная. Я в своих видео рассказываю, что за вода. Дальше, очистка нужна, потому что все, что мы пьем, едим, усваивается в кишечнике, и нам нужно разбираться с паразитами. Вот основные очистительные программы. Чистка кишечника и противопаразитарная программа, противогрибковая, если для сустава больше скажу. И восполнение дефицитов чего? Какие у нас дефициты? Мы едим еду, в которой не хватает ни аминокислот, ни витаминов, ни минералов, ни ферментов, ни полинасыщенных жирных кислот, ни лецитина, ни клетчатки, ни пробиотиков с пребиотиками и так далее. Именно для суставов нужны из белка коллаген. Дальше нам нужна гиалуроновая кислота, которая удерживает воду в суставе. Дальше нам нужны хондропротекторы, хондроитиносульфат, глюкозамин, сера, МСМ и так далее. Вот это вот путь восстановления, это работа с причинами. Кому интересно, звоните, мои контакты есть в шапке профиля. Кто не умеет, но хотя бы напишите, я вам отвечу. И будем здоровы!